И все сжигаете фонды. Что такое? Я говорю, еще хорошо, машин рядом нет. Сходили, как это, непонятно. Ну, вот сходили. На трассе 2700. 2800 на трассе. Это она сказала, он лечебный. Чего снимает? Чтобы не там. Я говорю, не будет тело потеть от него. И опять, как всегда, голову поморочилась всем. Но им тоже хочется продать. А я хочу правду знать. Я не хочу это... чтобы мне там скучивали. Вот у тебя вот поливитан, вот этот на диване, где ты разложил все, ага. Он не проминается. Ага, да. Куда пойдем? Ну, туда пойдем. Купим сейчас это. Хлеб, булку, сметану возьмем. Чего они все там? Это автомат, я хочу сказать, да, долбанный. Он должен все сразу нам выдать, что мы заплатили это, и нам должны все выдать. Да. Правильно? Да. Вот, а не так, это, чек еще какой-то вылетает. Уже мы телефон хотим оплатить, набираем телефон, и вдруг нам выходит такой чек, который мы за этот интернет должны были заплатить. Thank you.